Доля местных продуктов в регионе составляет 48%. 7 лет назад было всего 10%. Такой рост способствует не только снижению цены, но и повышению качества. Это подтверждают результаты исследований. Вот только фальсификатов меньше не становится. Что подделывают чаще всего, мы узнали у специалистов Роспотребнадзора. Качество пищевых продуктов, сырья, которые реализуются на территории Тюменской области, это приоритетное направление в деятельности управления. При контрольно-надзорных мероприятиях при проведении обязательно отбираются пробы для лабораторных исследований. Уже 2 года, как правительство Тюменской области выделяет финансовые средства для дополнительных исследований пищевых продуктов, продовольственного сырья, других регионов производителей. Питание все-таки у нас улучшается. Единственное, отметить, что фальсифицированные продукты, увеличивается их количество. Это молочные продукты в первую очередь, продукты производителей других регионов, поэтому, наверное, нужно задуматься и сделать выбор в пользу производителей местных. Структура питания постоянно улучшается. Что мы видим? Мы видим увеличение количества потребляемых фруктов, овощей, уменьшается количество потребления хлеба, но остается высоким потребление сахара. Шаурма. Постоянно проводятся исследования. Пытаемся оградить наше население от некачественных продуктов и шаурмы, потому что, как показывает практика, все исследования шаурмы у нас неудовлетворительны по техническому регламенту. Потребители стали у нас более грамотные. Они читают этикетку. Всегда срок годности смотрят.